Ангелы и демоны, Господь и дьявол, они либо существуют, либо же их нет. Верю ли я, что эта трагедия – дело рук дьявола? Факт ли то, что Эмили была избрана Богом? И что она решила принять страдания, чтобы мы поверили в существование мира более чудесного, чем наш, в котором область духа реально существует? Здесь нужно бряд, нужно бряд. Не задавайте ему вопросов и не слушайте, что оно будет говорить. Оно? С нами будет говорить не Эмили. Чистая душа,